российском обстоят. К сожалению, я не особо знаю, поэтому как бы с парнями только общаюсь только по личным проблемам или по личным каким-то делам, поэтому я. Ну, у вас как дела личные? Хорошо, все работаем, все отлично. Где сейчас работаете? Я работаю в «Динамо», заместителем председателя общества «Динамо» Красноярского регионального. Поэтому работаем со спортом, поднимаем наш спорт с детьми, открываем школы. Ну, в «Динамо» же всегда была великолепная команда именно по биатлону. В «Динамо» были всегда и «Динамо» будет, поэтому работаем, чтобы это все продолжалось и соблюдались традиции. Спасибо, удачи. Пожалуйста.